я совершенно не увидел ни в суде первой инстанции, ни где-то вот в личных беседах с представителями истца о том, как на 2,5 миллиона человек настрадал. Сумма совершенно просто не обоснована. Я должен отметить, что мы не с потолка берем информацию. Эта информация поступает нам как из компетентных органов, так, собственно, и от представителей различных спецслужб. Все-таки мы же издание серьезное, вы же видите, да? Поэтому я оставляю за собой право не раскрывать источников, но говорить о том, что эта информация достаточно высокого уровня и проверенная. А Маша Липла, да, это наш редакционный сотрудник. Ерсен Амри, он достаточно активен в интернете и выкладывал одно время, первое время, значит, свои проповеди. Я уверен, что, значит, по этим проповедям был проведен анализ, в том числе, то есть органами, которые должны этим заниматься, призваны этим заниматься. И на основании, значит, выводов, вот, скорее всего, и была составлена такая картина. Поэтому мы не выдумывали ничего и не целенаправленно, там, имея какую-то там неприязнь лично господина Амреева, вот, опубликовали этот материал. И исключительно на тех фактах, которые мы получили от наших источников. Я Алма Шарипова. Мина Алма Шарипова, поэтому участник комиссии. Вы Алма Шарипова? Да, я автор Алма Шарипова. Да, Алма Шарипова. Мина Шахар Гандрёк, она... Я Медеусский суд Шахар.